Во время проведения подобных учений в Одинцовском пассажирском автотранспортном предприятии одновременно отрабатывают сразу два ключевых момента – готовность сотрудников к возникновению чрезвычайных ситуаций и взаимодействие с правоохранительными органами и тревожными службами. В обязанности водителей и кондуктора автобуса входит обязательная проверка салона на конечных пунктах маршрута. Соблюдение именно этого правила является главным условием безопасности пассажиров. Его обязанности кондуктора – осмотреть салон, чтобы там не нашли. Вот согласно нынешней легенде, она при осмотре салона обнаружила подозрительный предмет. Она доложила об этом водителю. Водитель по стационарному телефону, ну там у нас это диспетчерская есть, позвонил в главную диспетчерскую нашего предприятия и доложил. Практически сразу сигнал о чрезвычайной ситуации поступил на номер 112 и далее в полицию и другие силовые структуры. Первыми к месту происшествия прибыли наряды патрульно-постовой службы. Они оцепили периметр и закрыли его для случайных прохожих. Следующими подъехали кинологи. Осмотр пакета подтвердил его безопасность. Инструкции инструкциями, а практически надо все-таки это нарабатывать, чтобы это было на уровне рефлексов. В целом наблюдатели положительно оценили итоги тренировки. Единственным серьезным минусом признана перегруженность привокзальной площади частным транспортом. В случае реального ЧП этот фактор значительно осложнит работу силовых структур. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».